даже по эмоциональному состоянию лучше. Вот я смотрю все игры, наверное, первый чемпионат, когда пришло много молодежи, и они хотят бороться, да, они играют от полной души, пускай с ошибками, но вот это ажиотаж, другая мотивация, ее видно, не такие ветераны. Вот смотрите, ветераны играют все-таки такой хоккей рациональный, да, молодежь, она играет, бьется, обыгрывает, старается. Вот, наверное, это преимущество этого чемпионата, который проходит в Беларуси. Естественно, публика. Вы представляете, когда приходит 11 тысяч, где бы, какой стране ты ни играл, ты получаешь удовольствие. Белорусы молодцы. Надо играть свой хоккей. Команда Беларуси доказала, что она умеет. Правда, нет такого уровня, игроков много, да? Как, например, у вас первое звено играет. Будут бороться, будут играть от обороны, будут сражаться. Почему нет? Все команды в равных условиях.